вот так вот готовят поросенка. Посмотрите на вертеле. Тихонечко крутится. Брюшко зашито. Классно, да? Здорово. Напротив вон там есть кабачок. Там тоже готовят. Красиво здесь очень. Все для вас, для туристов. Кушайте, отдыхайте. А? Барбекю. Вот на обратном пути мы идем уже рядом с поросеночком. Курочки висят. Жарятся. Тут очень много разных кафе. Цены, кстати, очень радуют в кафе. Я бы не сказала, что здесь дорого очень. Есть все. И супики есть. Второе есть. Да? Сережа, здесь тоже нормальные цены. Доброе утро. Доброе утро. Смотрим ваши цены. Пожалуйста. У нас есть и завтраком меню. Угу. Хорошо. Будете? Нет, мы уже покушали, позавтракали. А, хорошо. Угу. Везде, кстати, цветы у них, везде. Красота. Да, хотим мы взять вот такую экскурсию. Сейчас идем за папой. Здесь ездит паровозик. Насчет него будет отдельное видео. Весь солнечный берег туда-обратно. Вот он, паровозик, вот он. Вот смотрите, на таком паровозике везут. Экскурсия с человека 3 лев. Это если переводить на евро, будет 1,5 евро. А если на рубли, то будет всего 100 рублей. Весь солнечный берег туда и обратно везут на паровозике. Обзор. Вот мы тоже хотим прокатиться. Сейчас идем за папой в отель. Здесь лунопарк. Вчера мы здесь катались на машинках. Хотели еще на большой. Вот на этой. Вверх поднимается и крутится, как орбита. Но вчера он не работал. Вчера там кроме машинок ничего не работало. Еще только все. Да, у них только еще, как неправильно это сказать, собирают аттракционы. Кругом отели, кругом магазинчики. Везде кафе. Тут же сразу мини-рыночки. Скорая помощь стоит. Банк Кровн. Мы в нем меняем деньги. Там без процентов. А? А, за духами? Папе мы решили туалетную воду купить очень вкусную. Что, все-таки здесь купим или завтра на базаре? Ну, завтра на базар мы едем на экскурсию. Самый большой базар. О, появилось. Смотри, тир появился. Давай в тир поиграем. Пойдем, пойдем. Ты вчера очень сильно хотел. Сегодня мы утром пришли. Давай, давай. Папа у нас будет стрелять из тира. Ой, из тира. В тире 6 лев стоит 10. Что, не попал? Попал? Куда он попал? А вот мишень, вот мишени, у него вторая мишень, да. О, вторая мимо. Вторая попала. Вот, а там ближе к цели, да, вторая-то. Рядышком нельзя будет подойти здесь никак. Посмотреть. А тебе, наверное, дадут, да? 10 пулек дают. Опа, почти к центру, в черную. В черный кружок попал. Молодец.
Так, давай, давай, давай. Опа, молодец. Слушай, Серёж, можно я тоже попробую? Я ни разу не стреляла. Давай. Как вы думаете, попаду я нет? Сейчас увидим. Ты куда стреляешь? Вот тут уже, вот. Ой, блин, на тот курок нажала, так. Давай стреляй. Попала. Попала? Куда попала? Вот туда. Черная? Геля тоже пробует. Че? Ну, и совсем не страшно. Только немножко это... В лицо. Да я сама. Давай, давай, давай. Попала? Попали? Нет. Нет? Ну ничего страшного. Самое главное участие. Что, интересно стрелять-то, да? Захватывает удовольствие. Давай прямо в серединку, в яблочко. Опа. Молодец. Нет, тут попал в черную. Вот здесь нажали на кнопочку, и оно вот едет к нам. Так, что же мы тут? Так, 8, 7, 7, 4, 4, 2. 4, 5, 6. Нормально, 6 раз попали. По-другому целиться надо. Здорово. Молодцы.